видя, что наступление Красной Армии имеет успех, и красноармейцы все ближе и ближе вгрызаются в немецкую оборону, немецкое командование принимает решение о проведении мощного контрудара. Для этого выделяются подразделения войск СС, моторизованные группы и танковые прикрытия. Вы видите, как движется бронетранспортер немецкими солдатами. Сзади ему на помощь в обход наступающей Красной Армии двигаются немецкие танки. Немецкие войска под Ленинградом совершили огромное количество военных преступлений. Именно поэтому здесь, под Ленинградом, редко можно было увидеть немецкого солдата с поднятыми руками. Обычно немцы здесь сражались до конца. Именно в операции «Январский гром» немцы потеряли 20 тысяч человек, и только 1 тысяча была взята в плен. Совсем другие бои проходили на южных рубежах нашей страны. Выйдя прямо во фланг наступающих красноармейцев, неожиданно проводят наступление. Немецкие войска, видя, что их маневр удался, поднимают свою пехоту из траншей и также бросают их в яростную контратаку. Переходя в жестокие рукопашные схватки. Некоторые пункты сопротивления переходили из рук в руки в войне сколько раз.